ребят, после бодрого тимбилдинга я оказался в Лужниках. Сегодня день футбола. И самое интересное вообще, вот на данный день я нахожусь. Пришел поболеть за нашу команду «Ультрас», которая участвует в турнире всех команд, которые играют в Кубке России. Вот. Так сказать, оказываюсь по ту сторону футбола. Наши ведут 3-1, играют матч за выход из группы. Так что я пришел, они забили два гола. Значит, приношу удачу.